Грузия, танцы джем, национальное телевидение Чувашии, развлекательный центр «Ананас» и «Мадагаскар Парк» представляют новый сезон проекта «Танцы без границ Kids». В следующей программе. Что показал самый маленький участник кастинга? Чем покорил жюри юный танцовщик? Жюри, грубо говоря, офигели над моим стилем. Кто изо всех сил старается попасть в проект? Я сюда пришла еще раз проявить себя. Как прошел завершающий этап кастинга, смотрите ровно через неделю.